Здравствуйте! Вы смотрите новости со Светланской 22. Обо всем, что так или иначе касается работы администрации Приморского края, вам расскажу я, Виктор Ильюшин. В начале выпуска коротко о его темах. Для всего Приморья с любовью. Еще раз вспоминаем масштабное празднование 75-летия региона. Краевые ЗАГСы регистрируют позитивную динамику. Какие меры помогают Приморье расти рождаемости и снижаться смертности? 12 мегаватт для океанариума. На острове Русский запустили мини-ТЭС, которая могла бы обеспечивать небольшой город. Начать выпуск хочется, пожалуй, с главного события этого года. О нем много писали, много говорили, но тем не менее празднование 75-летия Приморского края получилось по-настоящему масштабным. Давайте о нем поговорим еще раз, обо всем по порядку. К 75-летию региона жители получили один из лучших театров России. Краевой театр оперы и балета открывался постановкой Евгения Онегина. Те, кто еще не видел представление, могут его теперь посмотреть в интернете на официальном сайте администрации края приморский.ру. На следующий день продолжалось празднование юбилея Приморского края. В зале театра оперы и балета проходило торжественное собрание. Выдающиеся жители края получили медали и почетные звания из рук губернатора. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Ивановой Надежды Семеновны. В этот же день по праздничной традиции мост через Золотой Рог полностью стал пешеходным. В воскресенье в центре Владивостока стартовал праздничный фестиваль «Примоушен». Днем здесь работали десятки локальных площадок, рассчитанных на семейный отдых, игры, конкурсы и викторины для взрослых и детей. Во время кульминации фестиваля возле сцены собралось более 20 тысяч приморцев. Для них выступали Олег Чубыкин, Федор Фомин, группа Иван Панфилов, Мари Мари и, конечно же, Мумий Тролль. Перед заключительной песней на сцену поднялся губернатор края Владимир Миклушевский. Нам сегодня 75! И нам есть чем гордиться! У нас наша команда хоккейная «Адмирал» обыгрывает лучшие команды России! На сцене нового театра лучшие мировые звезды! Мумий Тролль! С праздником Приморья! Празднование 75-летия Приморского края во Владивостоке завершилось красочным салютом, который запустили с плавучих барж. Увидеть яркое шоу приморцы впервые могли с Золотого моста, который по-прежнему был открыт для пешеходов, а также с центральной площади Владивостока. Во время празднования юбилея Приморье посетила вице-премьер Ольга Голодец. Она была на открытии театра оперы и балета, но это далеко не единственная причина ее рабочего визита в Приморье. Приморье – динамично развивающийся регион. Об этом Ольга Голодец говорила еще во время предыдущего визита в край в июле. Активное строительство детских садов, обеспечение доступности образования, поддержка детей-сирот, куратор медицины, образования и социальной сферы в правительстве осталась довольна. В октябре во время рабочего визита она вместе с губернатором Владимиром Миклушевским посетила реабилитационные центры, строящиеся социальные объекты, здания будущего Эрмитажа и встретилась со студентами. По итогам поездки вице-премьер отметила позитивную динамику. Праздник – это отличный повод обсудить различные позитивные изменения, которые произошли в Приморье. Так, например, Краевой ЗАГС обнародовал информацию, что в регионе снизилась смертность и повысилась рождаемость. Судя по всему, модернизация здравоохранения, а также различные важные социальные инициативы приносят свои плоды. Как сообщили в департаменте записи актов гражданского состояния, за 7 месяцев 2013 года в Приморье родилось 14 338 детей на 271 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В регионе создаются благоприятные условия для создания семей, открываются новые детские сады, все меньше дошкольников ждут своей очереди. Также повышение рождаемости напрямую зависит от доступности жилья. В этом поможет закон о бесплатном предоставлении земельных участков семьям, а также другие важные инициативы губернатора. Мы исходим из того, что все желающие будут обеспечены соответствующими земельными участками. Хочу подчеркнуть, что закон в той конструкции, которую вам представлен, направлен на то, чтобы мотивировать людей на именно постройку своего собственного дома. Вместе с тем нужно отметить, что в Приморье снижается печальная статистика. Смертность в Приморье по отношению к прошлому году меньше на 523 случая. Этому способствует то, что учреждения здравоохранения края оснащают новым оборудованием. Например, реанимационные отделения укомплектованы на самом современном уровне. Районные больницы Приморья получают новые машины. В селах появляются фельдшерско-акушерские пункты, которые позволяют оказывать первичную помощь. В сложных случаях каждый пациент может попасть к квалифицированным специалистам, в том числе и в суперсовременный медицинский центр, который был открыт на острове Русский. И в продолжение темы призыв Департамента здравоохранения к молодым врачам. В регионе действует программа «Земский доктор». По ней молодые специалисты до 35 лет могут стать миллионерами. Совсем недавно 8 молодых врачей отправились работать на село, но в госпрограмме еще остаются места. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, все врачи-участники программы получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. В ответ они должны пообещать проработать в сельской местности не менее 5 лет. С начала года штат лечебных учреждений края пополнили 26 молодых врачей. Они приняты в больницы и поликлиники Хасанского, Чугуевского, Черниговского и других районов. Новые кадры – это специалисты в области хирургии, стоматологии, психологии и многих других. Напомним, вопрос обеспечения медицинскими кадрами приморских сел находится на особом контроле губернатора Владимира Миклушевского. У нас достаточно большой край, не очень большая плотность населения, но тем не менее в каждом населенном пункте, где живут приморцы, должна быть доступна медицинская помощь. Всего в текущем году планируется привлечь 100 специалистов для сельской местности. Деньги на программу «Земский доктор» уже предусмотрены. Они выделены в софинансировании с Федерального фонда обязательного медицинского страхования и регионального бюджета. В Департаменте здравоохранения напоминают, что в программе могут участвовать медицинские работники в возрасте до 35 лет. Заявки на участие в социальном проекте «Земский доктор» можно подать до 8 ноября. Остров Русский продолжает обзаводиться инфраструктурой. Недавно строители подтвердили, что в сентябре 2014 года они сдадут океанариум. Он будет потреблять очень много энергии. Специально для него на острове ввели новую мини-ТЭЦ. Как сообщили в Департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности, новая мини-ТЭЦ должна быть максимально надежной, ведь она будет обеспечивать сложнейший научно-образовательный комплекс «Океанариум ДВО РАН». Мощность станции 12 мегаватт, она могла бы снабжать теплом небольшой город. Работать она способна на дизельном топливе, но в основном рассчитана на газ. Мини-ТЭЦ проходила проверку в течение 2 лет. После прохождения всех тестов настало время для запуска главной части ТЭЦ – газовой турбины. Не заводится. Завелась. Почему для океанариума отдельная мини-ТЭЦ? Потому что это действительно уникальный объект, поверьте. Достаточно сказать, что во время строительства океанариума там уже трижды побывал президент России. На этом наш выпуск подошел к концу. В следующий раз новости со Светланской 22 смотрите через неделю. До встречи.